Самый популярный торрент-трекер в России, rutracker.org, предложил пользователям решить свою судьбу. Дело в том, что Национальная федерация музыкальной индустрии потребовала от ресурса удалить 320 тысяч музыкальных раздач. Если Rutracker этого не сделает, ему грозит вечная блокировка по решению суда. Как поступить, спросили у своих же пользователей и организовали голосование на сайте. На выбор два варианта. Первый – удалить все, что требует. И второй – смириться с блокировкой, а потом найти способы обхода. На сегодняшнее утро проголосовало уже более 250 тысяч человек, и пока что 70% отдают предпочтение варианту с блокировкой.